Этот человек имя начальнику штаба партии и сказал о том, что было расстреляно, на его глазах расстреляно 7 человек. Трупы погрузили в мусорный контейнер и тут же увезли. Мы подтверждения этого не нашли. Сколько на следующий день? Во-первых, к обеду приехала прокуратура на следующий день, никто не торопился, пока трупов нет, ничего нет, свидетелей, можно представить шоковое состояние людей. В час ночи они по полям, по селам разбрелись. Произошла жуткая вещь, то, что произошло преступление, то, что 17 раненых от огнестрельных оружий, это правда. Поэтому, зная тех ребят, кто этим занимается, мы склонны больше верить этому, чем не верить.